Сегодня в рубрику «Мобильный репортер» прислали видео жители Калиновки. Недавний ямочный ремонт дороги от Каширского шоссе до деревни вызвал много нареканий и вопросов к качеству работ на данном объекте. В конце марта на нашем канале был сюжет о начале ямочного ремонта дороги, идущей от Каширского шоссе. И вот спустя всего пару недель к нам в редакцию пришло видеообращение от местных жителей. По их словам, работы были проведены некачественно. Так называемые заплатки уже сейчас подверглись саморазрушению. Также автор письма указал на выборочность ямочного ремонта, что вызывает некоторое удивление. И теперь автомобилисты, так же как и прежде, вынуждены объезжать новые заплатки. Ведь проблема ям осталась нерешенной. За комментариями мы обратились в Дорсервис. Ямы образовались новые после нового дождя, снега и заморозка. Дорога разваливается по этой причине. Все, мы сейчас дойдем до этого места, заново все сделаем, ничего страшного. Природные ли явления стали причиной вновь образовавшихся ям или некачественная работа? Вопрос остался открытым. Мы, в свою очередь, возьмем эту ситуацию под личный контроль. То ли вампиры, то ли фанаты дозоров. Сотрудники ГИБДД Ленинского городского округа призвали водителей машин с тонировкой выйти из сумрака. На Белокаменном шоссе прошел рейд по проверке автомобилей, стекла которых свет практически не пропускают.